Всем привет, друзья, и вот, короче, я сейчас опять отправился в деревню, мне опять сказали, приезжай, надо помочь, и вот, друзья, я оделся в такую золотую броню, чтобы вот, ну, сливался я с песком, вот, кстати, деревням надо ей помочь, знаете, тем оказывается, их атакует морское чудовище, ну, сейчас, друзья, мы разберемся, как всегда. Так, друзья, ну что ж, пошлите, сейчас, наверное, я постараюсь вон туда забраться и разглядеть жителей. А то всегда, друзья, вот в таких деревнях ни одного жителя не найдешь. Так, где здесь? А, вот она, дверь. Так, ну здесь хотя бы, друзья, чуть-чуть прохладно. Так, надеюсь, они мне хотя бы заплатят за то, что я их, ну, спас. Так, о, жителя нашел. Так, черт. Ладно, друзья, сейчас, короче, быстренько здесь спущусь, добегу до него. Да, друзья, сейчас вы это все в быстром темпе увидите. Так, сейчас, добегу, как молния, офигеть, здесь по ступенькам вообще спускаться-то. Так долго, так, где он был, черт, я забыл, а, понял, вон там. Так, бежим, 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 я, надеюсь, правильно бегу, да? Черт, это же неправильно, так, надеюсь, правильно, друзья. Так, так, жители, вы где? Так, черт, а где они? Так, так, жители, черт, я, друзья, сейчас заблудился. Но я все равно найду этих жителей, вон житель. Так, все, 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 бегу, 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 со всех ног, так, так, вот так, все. Фух, добежал. Житель, что у вас здесь происходит? Морское чудовище или как, или что? Что вообще здесь происходит? Можешь объяснить хотя бы, почему у вас здесь двое? Я только увидел жителя. А, ну, короче, смотри. Минус в том, что нас атакует, короче, морское чудовище. И тебе надо нас спасти. А почему два жителя? Потому что все уже сдохли, пока что ты бегал, понятно? Пока что там ходил где-то, добирался до нас, все жители уже съел этот морской чудовище. Давай, помогай. Я сразу? Сейчас помогу, подожди. Что-нибудь, может, еще ты мне расскажешь? Там, как его одолеть, там преимущества будут какие-нибудь у меня? Нет, у тебя преимущества вообще никаких, он тебя проглотит сразу, но... Тебе надо в башню одну идти, там 3 сундука, в одном из них там что-то должно, кажется, быть. Я там оставлял изумрудный медь, который дает силу 20, что ли, вот тут точно тебе поможет. А, силу 20? О, все, спасибо, спасибо, житель, я пошел. Офигеть, так, 3 сундука, так, мы в этой башне, кажется, были. А, вон той, друзья, надо быть. Так, давайте, что ли, туда, друзья, дойдем сейчас. Так, друзья, вот какой красивый закат, не правда ли? Вот поставьте лайк за это, друзья. И будет больше роликов на моем канале. Так, ну, стоп, чего? Забили? Забили дверь? Они что, с ума сошли? Так, надо отодрать сейчас. Вот так. Так, все, сейчас это еще тоже отодру. Ну, так, есть, отодрал. Так, сейчас эти доски выкину, они мне вообще не сдались. Так, друзья, наконец, сейчас зайдем сюда. О, сразу, кстати, сундук. Наверное, кстати, первый. Так, что, ну-ка, что здесь? Воу, это что? Воу, это что за сундук, людоед? Черт, отвали от меня, так, на, так, медь, на. Фух, черт, меня чуть сундук не сажал, вы видели? Так, черт, это не тот сундук. Где, интересно, тот сундук? Так, надеюсь, это и будет этот сундук. Фух, что-то я уже заговариваюсь. Так, ну-ка, этот сундук... Чёрт, да ну нафиг! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не гляди меня. Так, тихо. Чёрт, он поднимается, друзья. Он поднимается. Тихо. Тихо, мой хороший. Фух. Чуть, друзья, копыта не откинул. Ну и сундук. Так, это что, последний... Черт, здесь еще два сундука на выбор. Так, друзья, короче. Надеюсь, это... Так, черт, это не тот. Так, надо быстрее этот... Нет, да здесь нету ни одного сундука. Черт. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не, помогите. А, друзья, черт, все, мне конец. Нет. Вот так, надо и этого тоже прибить. Так, ох ты ж. Фух, что за чудовище. Вы, друзья, видели это такое, чтобы сундуки жрали игроков? Черт, да не... Вот черт, короче, у меня, друзья, слов нету. Никакого изумрудного я меча не получил. Что за житель? Все, я жителям теперь не доверяю. Так, друзья, куда вообще пойти? Так,
Давайте по логическому подумаем. Если жители не могут помочь, тогда мы сами им поможем. Так, надо только узнать, где вода. Да, кстати, друзья, если есть вода, там и будет морской монстр. Сейчас, друзья, пойдем туда. Сейчас я хотя бы воды попью. Так, и надо еще поесть. Фух, все. Так, фух, поел. Вон туда я уже не буду забираться, мне и так хватило. Так, так, где здесь, интересно, вода? Черт, сегодня надо воду эту искать. Ладно, друзья, сейчас хотя бы пойду здесь около деревни, побегаю. Так, друзья, короче, я уже устал ходить, я уже вон оттуда, вот где-то вон... Не, я вон оттуда начал так ходить, и вот, короче, друзья, здесь. Может, друзья, кстати, они там где-то... Вода в пещере, возможно, друзья, кстати, вот реально. Сейчас, друзья, вон войду в эту пещеру. Так, друзья, сейчас спущусь. Черт, чего? Так, откуда эти, откуда зомбаки лежащие? Первый раз вижу, чтобы зомби лежали. Так, он вообще живой, ну-ка. Черт, он восстал, так. Он восстал из мертвых, друзья. Что за чертовщина? Так, черт, они еще все спят. Так, надо, друзья, потише здесь находиться. Главное их не разбудить. Офигеть они. Я, друзья, первый раз в такой ситуации, что здесь зомби спящие. Вы слышите, как они храпят еще? Черт, первый раз зомби храпят. Так, черт, я наступил на этого зомби. Так, тихо, не буди остальных, не... Черт, я случайно ударил, и его тоже... Так, сейчас, друзья, разбужу здесь же всех. Так, на, помри. И все, друзья, убил. Так, друзья, может помочь этим, как жителям. Так, надо здесь всех вот так по одному всех убить. Так, на тебе. Фу, все, друзья, одолел здесь каждого зомби. Так, все, друзья, да ну нафиг. Воды я не могу найти. То я нахожу зомбаков, то сундуки какие-то, которыми я хотят сожрать. Да, друзья, прекрасно, как говорится. Так, сейчас я, друзья, поднимусь, значит, и пойду туда тогда. О, стоп, чего? Ну-ка, вон, друзья, вода, видите, вот сейчас прибавлю. Вон там, видите? Черт, все время вода была там, а я ходил вон там. Ну ладно. Сейчас, друзья, дойдем, посмотрим, что там за морское чудовище. Как я хочу есть, друзья. Черт, я вон там взял, все выкинул. Фух, друзья. Я, значит, короче, беру весь мусор, выкинул, который мне не нужен. Так, вы это видели? Так, слышите крик? Черт. Там реально монстр, так. Фух, так, медь острый. Так, сит, так, есть. Все, друзья, хорошо, сейчас одену этот сит. Так, все, одел. Так, взял вторую руку, точнее. Так, ну что, друзья. Фух, поплыли. Так. Так, все, так, надо выплывить. Так, все, друзья, последняя битва осталась. С этим монстром, надеюсь, больше ничего не попадется. Так, все. Ну-ка, где... А, черт, вы это видите? Офигеть. Вот, и, друзья, прибавил вот это гигантский. Так, черт, если он воду сейчас принят, то я не думаю, то, что я его достану в воде, он там в воде будет сильнее. Эй, монстр. Не-не-не, только не в воду. Черт, как он заорал-то. Черт, он меня сейчас загрызет. Он меня сейчас реально загрызет. Так. Так, тихо. Воу, пасть его ж не. Черт, сит-то еле-еле как помогает. А, черт, как он здесь... Огрызается, черт. Фух. Так, надо здесь как-то вон туда попасть. Так, побежали. Так, так. Фух. Чего он идет, друзья? Так, он рычит. Так, спокойно, на тебе. Черт. Так, здесь я ударил по специальной точке, что ли, его. Он спит. Я его ударил куда-то в шею, друзья. Фух, он спит. Фух, повезло, друзья. Так, смотрите, он что-то там, я его не знаю, я его ударил, он что-то, он в песок там зарылся, в глаза закрыл.
Офигеть, друзья, вы это видели первый раз? У меня слов нет, я сейчас путаюсь просто. Я первый раз вижу, чтобы монстр вот так лежал, спал. Так, надо, друзья, его все равно убить. А то этот монстр, он сколько... Черт! Чего? Он сейчас только заорал. Я чуть, друзья, не навалил штаны. Так, ладно. Ладно, да его реально на тебе. Черт, надо, друзья, его убить. Он жителей жрет, а я, друзья, должен его убить. Так, на. Так, все, друзья, я его убью. Так, надо до последнего, друзья. Фух. Так, друзья, он под воду залез. Я его убил в воде. Ну-ка, надо посмотреть. Так. Фу, есть, друзья. Фу, победа, наконец-то. Фу, друзья, ну ладно, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Да, друзья, чем больше подписчиков, тем мне больше охот снимать, друзья. Ну, сами подумайте, у меня 400 уже с тем-то роликов, а подписчиков тут что-то мало. Давайте, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, с вами был я, Рэдь. Всем удачи и всем пока.